Последние 10-15 лет педагогическое образование находилось в состоянии определенного кризиса. Это было связано с тем, что наше общество перестроилось. Исчез Советский Союз, исчезли пионеры, комсомоли, и изменилось общество. Педагогическое образование не успело за этими изменениями. И вплоть до последнего времени российские педвузы готовили будущих учителей по тем советским структурам, по модернизированным планам, но кардинальных изменений в этой области не было. Эта проблема была осознана прежде всего в контексте критики по поводу качественной подготовки учителей, критики в контексте нехватки учителей в школах России. И в 2014 году Министерство образования и науки Российской Федерации инициировало программу модернизации педагогического образования, понимая, что необходимы новые организационные структуры, необходимо новое содержание для подготовки учителей. И, наверное, эта программа была своеобразным сигналом к тому, что мы тоже должны меняться. Но сложилось так, что необходимость этих перемен в Казанском федеральном университете была осознана намного раньше. Это было связано с тем, что в 2011 году Казанскому федеральному университету были присоединены два педагогических вуза республики – в Казани и в Елабуге. И изначально мы в главе с ректором нашего университета взяли курс на построение иной модели подготовки учителей в Казанском федеральном университете. В частности, мы стали развивать несколько моделей, несколько вариантов подготовки учителей. Это традиционная модель, которую мы достаточно серьезно модернизировали, усилили, и она сохранилась в Елабужском филиале. Здесь, в Казани, мы начали развивать систему распределенную. Это новшество для российского педагогического образования, когда педагогические отделения были созданы в составе классических институтов Казанского федерального университета, и это позволило резко усилить предметную подготовку учителя. Но при этом за бортом не осталась и психолого-педагогическая подготовка, координацию которой на себя взял возглавляемый мною Институт психологии и образования. И показателем верности нашего пути стал тот факт, что когда в 2014 году началась программа модернизации в рамках всей России, мы стали активными ее участниками. И на конкурсной основе наши заявки по трем проектам, а всего их было 23 на всю Россию, были одобрены. Сейчас на втором этапе, это 2016-2017 годы программы модернизации, мы реализуем один проект из восьми. То есть можно говорить, что среди более чем 100 вузов Российской Федерации, готовящих в настоящее время учителей, 11% работ и 11% финансирования, соответственно, по модернизации подготовки учителей в стране выполняет именно Казанский федеральный университет. И предмет нашей гордости в том, что те программы, учебные планы, которые мы разрабатываем, они начинают все активнее тиражироваться в педагогических вузах страны. Тем самым мы закрепляем за собой позицию одного из флагманов педагогического образования в стране. Прежде эта роль была закреплена за Московским педагогическим государственным университетом и Российским государственным гуманитарно-педагогическим университетом. И, как ни странно, Казанский федеральный университет, может быть, по причине в том числе и того, что в результате присоединения двух педвузов мы вошли в пятерку крупнейших центров по подготовке учителей в России, и мы в настоящее время обучаем более 9 тысяч педагогов, мы действительно смогли стать одними из лидеров в этой области. Об этом говорят и цифры. Буквально вчера я анализировал динамику поступления на педагогические направления в Казанский федеральный университет. И вы знаете, на фоне того, что с 2011 года
неуклонно снижалось количество бюджетных мест в педагогических вузах страны, в том числе и в Казанском федеральном университете, мы, тем не менее, не уменьшили общую численность обучающихся по педагогическим направлениям подготовки. Это произошло за счет того, что у нас резко возрос прием контрактных студентов. А вот это, я думаю, тоже очень важный показатель. Дело в том, что в условиях рынка каждый молодой человек, его родители имеют право выбирать, где они будут учиться. И то, что за наш университет голосуют именно своим желанием платно учиться здесь, говорит о том, что мы достаточно интересны. Кроме того, за эти годы, я думаю, это тоже наше достоинство, которое привлекает будущих учителей, это то, что мы смогли создать, я не побоюсь этого слова, самую разветвленную инфраструктуру педагогического образования. Дело в том, что масштабы нашего федерального университета позволяют нам финансировать самые, ну, космические проекты. Начнем с планетария, с будущего детского научного центра изучения космоса, который создается при нем. Это два собственных лицея. Я оговорюсь, что это не базовые школы, которые имеются в педагогическом вузе. Это два собственных учебных заведения для одаренных детей, преподаватели которых являются сотрудниками нашего университета. Это малый и детские университеты. Это три модели подготовки учителей. Это собственный центр повышения квалификации педагогов, в котором ежегодно обучается более 7 тысяч учителей. Это созданный на базе Казанского федерального университета региональный центр Российской академии образования. Один из 8 в стране. И многое-многое другое. Я думаю, вот все эти проекты, институты, они создают своеобразный феномен педагогического образования в Казанском федеральном университете. Добавим к этому и то, что мы готовим учителей практически по всем предметным дисциплинам, которые есть в современной школе. Мы имеем все уровни педагогического образования, и я думаю, это возможность для будущего учителя раскрыться, получить здесь качественные фундаментальные знания и продолжить свою успешную карьеру в школе. Я бы отметил еще один важный момент, который связан с кадровым обеспечением образовательного процесса. О нем в последнее время в педагогических вузах стараются не говорить. Но если мы посмотрим на статистику, то становится очевидным, что во многих педвузах кадры в основном обновляются очень медленно и за счет своих же собственных выпускников. Это одна из проблем современных педагогических университетов и институтов. В результате объединения классического и педагогического университетов мы достигли кумулятивный эффект, когда здесь образовалась большая масса как ученых из Казанского федерального университета, так и очень сильных методистов из педагогических вузов. И вот соединяя преимущества фундаментальной и прикладной наук, мы действительно начали формирование собственной модели и собственного содержания педагогического образования. К этому добавился достаточно жесткий менеджмент в отношении наших преподавателей. Наверное, тоже не стоит скрывать о том, что преподаватели бывают разные. И те, кто учился в вузе, наверное, запомнил, наверное, не более там, 2, 3, 4, 5 преподавателей. Хотя их было на занятиях несколько десятков. Это связано с тем, что, безусловно, есть звездочки, есть средние добротные преподаватели, есть и те преподаватели, которые не успевают за ветром перемен. И вот тот факт, что в КСФУ на этапе объединения вузов образовалась избыточная масса преподавателей, позволило нам провести организационные определенные и кадровые перестановки. У нас очень жесткая система мониторинга эффективности деятельности преподавателя. На мой взгляд, если преподаватель не занимается наукой, то, наверное, грош ему цена, так как он не впитывает ничего нового, он не может это принести студентам, и даже те
показатели, которые имеет каждый преподаватель, педагог Казанского федерального университета, заставляют его работать и над публикациями в международных изданиях, а для этого нужны полномасштабные исследования, контактировать с зарубежными партнерами, выезжать в зарубежные командировки. И все это в итоге сказывается на личностном потенциале преподавателя, который затем он передает своим студентам. И вот эта модель тоже выстроена, и не случайно мы очень динамично развиваемся в научной сфере, и по результатам 2016 года мы входим в число первых 20 университетов Европы, я повторяюсь, Европы, по публикационной активности в области образования в реферативной базе данных Scopus. Причем мы публикуемся не просто там по самому широкому кругу проблем. Наша специализация – это teacher education, то есть педагогическое образование, и это тоже фактор качественного роста наших преподавателей и всего процесса подготовки учителей в нашем ВУЗе. Мы начинаем постепенно изживать изъяны 90-х годов, первого десятилетия текущего столетия, когда статус профессии учителя был очень-очень сильно принижен в сравнении даже с тем же самым советским временем. И сейчас профессия учителя, на мой взгляд, она достаточно перспективна. Учитывая сложную экономическую ситуацию, профессия учителя является одной из самых стабильных. И принимая во внимание те масштабные меры, которые осуществляются по поддержке учителя на федеральном и региональном уровне, я считаю, что эта профессия в плане экономической, социальной мотивации достаточно востребована сейчас. Но с другой стороны, если мы говорим о профессии учителя, то надо отметить, что это очень благодарный труд. Я лично рад, что я выбрал тоже профессию педагога. И общение с молодыми людьми, работа в достаточно интересных коллективах, она тоже является притягательной для молодых людей, возможность раскрепостить себя, показать в работе и достичь успеха в профессиональной карьере. Но вы правы в том, что наш институт готовит не только педагогов, он готовит и психологов. И психологическая школа Казани, она весьма авторитетна. Ее начало ей было положено Владимиром Михайловичем Бехтеревым в конце 19 века. И эти традиции очень успешно развивались в советское время. Отмечу лишь то, что достаточно много преподавателей, ученых, психологов Казанского, в то время еще государственного университета, впоследствии такие как Климов, Пейсахов, Лурия, стали действительно очень крупными учеными уже с позицией российской науки. Некоторые из них работали даже деканами впоследствии психологического факультета Московского государственного университета. И сейчас эти традиции весьма успешно продолжаются и нашими преподавателями. Среди них такие уважаемые профессора, как Попов, Прохоров, Салихова, Баянова и многие-многие другие. И вот этот синтез, сочетание психологии и педагогики является еще одним из наших достоинств. Одним из руководителей проектов нашего университета является почетный профессор университета Оксфорда Иан Ментер. И он сделал для нас неожиданное заявление о том, что в большинстве ведущих зарубежных вузов вот этого взаимодействия психологии и педагогики, тесного взаимодействия практически нет, потому что это разные направления подготовки. И то, что здесь, в Казанском федеральном университете, они сконцентрированы в рамках одного института, они координируются между собой, и то, что мы сейчас активно развиваем, помимо общей психологии, психологии личности, мы развиваем и педагогическую психологию, мы развиваем и медицинскую психологию, говорит о том, что мы делаем достаточно нужное для общества дело, потому что потребность в таких кадрах достаточно велика. Развитие педагогического образования в условиях федерального университета имело еще один важный положительный эффект,
который признается сейчас коллегами из Российской академии образования, других университетов, мы смогли значительно улучшить материально-техническую и лабораторную базу образовательного процесса. Я не открою, наверное, тайну, если скажу, что в последние два десятилетия педагогическое образование в стране было на достаточном принципе. И обновление лабораторного оборудования практически не происходило. И вот здесь, когда в условиях крупного механизма одной семьи, в условиях Казанского федерального университета, мы можем пользоваться ресурсами, лабораториями самых разных институтов, это, безусловно, влияет на качество подготовки наших выпускников. И шаг за шагом, я напомню, что когда мы переехали в наш учебный корпус на улице Межлаука 1 в 2011 году, это было настолько плачевное состояние, когда протекала крыша, когда не было нормальных туалетов, когда была масса проблем. И вот сейчас, с каждым годом, я очень благодарен ректору нашего университета Ильшату Рафкатовичу Гафурову, которого, кстати, мы считаем своим, потому что свой научный путь он начал в качестве преподавателя физики в педагогическом институте, который понимает важность этой сферы. И шаг за шагом мы получаем достаточно крупные инвестиции. И в этом году наш здание на улице Межлаука 1 претерпело очередной этап реконструкции. Мы создали на первом этаже отдельный блок, в котором будут заниматься наши магистранты. А мы, кстати, имеем самую высокую долю бюджетных мест по магистратуре в Приволжском федеральном округе. И это подготовка, прежде всего, учителей более высокой квалификации для школ с углубленным изучением предметов. И сейчас мы на этапе оборудования нового блока в нашем здании, который получил название «Творческие мастерские учителя». Дело в том, что, по нашему мнению, современная система оценки знаний учителя, она недостаточно полная. Нельзя судить о знаниях учителя только потому, хорошо ли он решает задание единого государственного экзамена. Он должен иметь и практические компетенции. Он должен быть практиком. И вот оборудованные в нашем блоке новые ультрасовременные учебные классы и лаборатории по физике, химии, техническим средствам обучения, на очереди у нас кабинеты биологии, географии и другие, они позволяют учителю как будущему, так и учителям, приезжающим к нам на профессиональную переподготовку, получить очень нужные практические знания. Начиная с того, что, наверное, сталкивались с такими примерами, когда наш выпускник, например, химик, прекрасно знающий предмет, он достаточно плохо ориентируется с лабораторным оборудованием, он не может показать необходимые опыты. И вот этому всему мы будем учить. Но это будет происходить в образцовых, в эталонных классах. Например, лаборатория по химии будет содержать несколько видов учебных столов, которые используются в школах нашего региона, чтобы наш выпускник, приехав в школу, не видел бы это впервые, а уже знал, как это нужно использовать. Так будет уже по каждому предмету. Отдельный этаж будет передан кафедре педагогики начального и дошкольного образования. Дело в том, что это тоже специфичная сфера. И буквально в октябре я побывал в Академии Мандрикс, недалеко от Амстердама, который специализируется только на подготовке учителей для начальных классов. Я понял, что это совершенно другой мир. Когда, прежде всего, помимо знаний, мы должны сделать нашего учителя творческой личностью. Он должен уметь танцевать, должен уметь петь, должен уметь рисовать, должен делать различные поделки, должен даже уметь работать с гончарным кругом, должен
преподавать математику нетрадиционно. Сейчас есть такой предмет, называемый ментальная математика. Да? И всему этому он должен уметь. Поэтому нас ждут новые трансформации, новые перспективы. И вы знаете, с каждым днем становится все интереснее и интереснее работать. Особенно, когда видишь горящие глаза студентов, которым действительно нравится учиться в нашем институте, которые просто-напросто в восторге от тех изменений, которые происходят у нас. Даже по той причине, если студент обучается в плохих условиях, он несет на себе бремя, вот, наверное, этой отсталости. Когда он видит яркие краски жизни, когда он видит лучшие стороны образовательного процесса, то, соответственно, он с этим приходит и в школу.